Сентябрь 2016 год. Были мы на состязаниях по перепелу и попали на состязания по утке со своим курсхаром. На испытания мы не поехали. По утке испытания были. По утке были испытания, да? В общем, по утке были испытания. На испытаниях мы выступили плохо, потом взяли утку и тренировались сами. Как-то так. Добрый день. Итак, мы снова на состязаниях по перепелу. Каждый раз удивляюсь, что нас сюда всех собирает. Со всех точек, со всех регионов. Четные и нечетные распределились. Мы нечетные. Манки работают. Никто первым не желает. Да? Сейчас как в рассыпную первые-то. Погонят перепелов. Первые уже наготовлены. Да, сочувствуем. Добрый день, ваше интервью. Дратхар лучшая собака. Лучшая собака Вилли, вот не записали. Почему-то ни в четный, ни в нечетный. Брады нет, вот. Да. Но уже солнце высоко. Надо было пораньше было бы, да? Надо было первым. Да. Да не, мы на кровавый след поедем. На кровавый? Да, да, да. На кровяной. На кровяной, ага. У нас кровавый. Озвучь, с каких точек приехали. Астрахань. Да, Серега, ты где? Астрахань, Самара, Ростов, Волгоград. Краснодар. Да? Краснодар. Пенза. Андрюха в Пензе. А 30-й вот стоит. 30-й это Астрахань. А, это Астрахань, да. Ну, это отсюда. Сколько вчера собак зарегистрировалось? Не в курсе. Ну, если один Лазарев, то значит 10. Какие регионы нас еще интересуют? Я имею в виду, кто здесь. Мы-то с Волгодонска приехали. Несколько. А, Тольятти. Это Волгоград. Самара. Самара, да, 163, по-моему. Сейчас не может быть, ты можешь ехать слева лес, вернее, справа лес, слева полка. Ну давайте звезду. Давай. Первую. Это моя красавица. Да, которая есть. Попозируем. Давайте. Опа, все. Давай. Сделаю на лицо. Опа. Да. Смотри. Куда? Да. Это. Да куда там на вилле? Провожаем в дальний путь. Андрей Александрович, мы пришли пожелать счастливого пути. Не желает? Ральф готов к бою. Лишь бы не побежал. Уже какая там подтяжка. Все, замерли. Попозируйте, Андрей, повернись. Ральф, попозируй. Ральф, да куда там в поле нафиг? Пошел Андрей с Ральфом навстречу судьбе. Подкидывает, ветра нет, обед. Ветер закончился. Моя тень. Да-да-да. Охота, лайки. А Таня, цацки. Громко. А вольера. Все? И по сколько уток на человека? Не знаю. Так, все, утки готовы. Мы на озеро едем. Ральф, первая твоя утиная охота. Нюхай. Принюхивайся. К тебе сложили. Замолчи. Не твое взяли, свое не взяли. А,
вон что, собаку же. На мелкую видит собаку, да. Главного конкурента видит. На конкурента. Вот они, кабанчики. На них мы не идем. Боже. Вот их очень много. Эть, иди сюда. Ох, вонючие живые. Задрот. Ну, после кабанов перепелку не учуешь. Чего ты и дразнишь его? Какой взял? Правильно. Да? Травка. Задрот. Шмар. Задрот. Такие они вонючие. Задрот. Гуляйте. Мы мимо озера. В глуши. Красота. Первые машины прибыли. Остальные потерялись чаще. Куда они его? Их. Право будет. Так он ее что, убил? Да. Олег первым. Типа! Ну, врали же ты, что стрелял. Шуля плывет. Шуля первый. Олег, делай что назад, что мне сюда. Нельзя, чтобы оставляла, да? Подай! Подай! Поймай! Ой, я ж боюсь, что отзвук. Протрахал полторы тысячи. Две вещи, да? Так, вторая собака, сзади, где? Здесь. Прям рядом. Ой, собаки рвутся. Сейчас. Короче, суть такая. Кидают утку в озеро. Хорошо отработала он собачка. Принесла и чужую утку, и палку. Ну-ка, смотрим. Смотрим, смотрим. Скади. Скади нихера не ловит утку. Сейчас тебе тоже придется и палку, и утку тащить ему. Ну, Скади не ловит утку. Андрей, в эту сторону он палки кидает, и сам, и можно самому, наверное, кидать палки. Все, Ральф пошел. Кидает. Подай!
Хочу глотку. Освежился. Ты освежился, Ральф, за 1500 джакузи. Красавец. Виля, хоть по-взрослому посидеть. Да? Выходите.